Короче, недавно мне моя жена сломала мои самые любимые очки. Да и к тому же это были самые удобные очки. На эмоциях в моменте я хотел напакостить ей и как-то отомстить ей, чтобы моя злость исчезла. Но вместо всего этого дерьма я решил сделать большой черный параллелепипед и разрисовать его в своем стиле каллиграфии и комплетионизма. Ведь под прошлыми видиками мне писали в комментах, чтобы я перестал есть печенье. И если я сделаю уже что-нибудь с этими коробками, то мне поставят 1 000 000 лайков. И все, кто поддерживает меня, обязательно подпишутся. В общем, я несколько часов с трудом и потом склеивал коробки между собой, ну и как обещал, потом начал разрисовывать и делать фигуру предметом современного искусства. Ведь я хочу привнести в этот мир больше добра, позитива и красоты. Надеюсь, когда Анюта увидит это искусство, то скажет, что 1 000 000 лайков мне точно поставят, и все, кто увидит это, подпишутся. А очки я и сам себе новые куплю. Остальные стороны покажу в следующем видике.